Всем привет, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это прослушка альбома Video Squad «Голову на плаху». Не знаю, выдержу ли я или нет, 16 треков. Я особо такую музыку, по-моему, не слушаю. Что-то как-то было, по-моему, дело давным-давно. Я пытался их послушать, но что-то как-то не зашло вроде. Давайте послушаем, что они нам приготовили. Тут какие-то интересные совместки я вижу. Айгель, Цвет. И все, по-моему. Ладно, давайте заценим. Первый трек топлю. Ну, мрачная, короче, по-любому работа будет. Frozen Game Beats. В лагере где-то пацаны, что ли? Шуточка. Шутка, минутка. А они кричат, нет? Как Скарлорд или там Госмейн. Пока особо не впечатляет. Кара. Ну, крутой флоу пацанов. Однозначно вообще. Довольно стильно, атмосферно, мрачненько. Тут непонятно, да, кто есть кто. Идем дальше, насекомые. Ну, ребята, послушав проект 13, у меня как-то параллель такая прочерчивается. Типа Video Squad и параллель и проект 13, они в принципе как бы вроде как одно и то же делают. Ну, интересно слушать их. Непонятно, правда, кто есть кто. Можно, в принципе, порыться, покопаться. Может, какую-то информацию я найду на них. О, у них, кстати, фит с чемоданом. Неплохо, неплохо. Мимо худо. Фит чемодан. Мне, кстати, советовали отдельно прослушать эту песню. Хорош. Я думаю, вы понимаете, я в основном сейчас читаю тексты их. Очень интересно. Возможно, даже я добавлю себе этот альбом, пока не знаю. Неплохо. Флешбэк. Качева. Мне кажется, слишком много треков на этом альбоме. 16, блин. Очень рад слышать Цвета. Это приятно даже услышать его. Оу, еще одно совместное, которое я не заметил. Казус Кома. Гипноз песня. Но это звучание ближе к Казус Коме, видимо. Не, это я не буду слушать. Даже не думайте. Black God. Интересное музло. Production by MIP. А на Genius вообще другая информация. Ну слушайте, мне пока не надоело, в принципе. Даже интересно стало. Блин, круто ребята пишут, конечно. Voodoo Doll. Айгель Гайсина. Ну, Айгель здесь напоминает, как и Ice Peak, так и чуть-чуть Монеточку. Мрачненькая песня. Punk is dead. Вот так вот рэперы нам говорят о том, что панк умер. Да, сейчас такое время, что панк и вообще рок-музыка отошли на задний план, но что-то мне подсказывает, что заново будет популярно ходить на рок-концерты и на концерты панк-рок-групп. Ловец снов у нас тут.
как-то непривычно, неожиданно слушать эту песню. Не знаю что, но что-то в ней не так. Какая-то она более попсовая, более лиричная такая какая-то, спокойная. Голову на плаху. What? Эй! What? Тяжеловато уже, все, я не могу. Приговор. Ну что ж, ребятки, что могу я сказать? Интересные треки, интересные тексты, классный флоу пацанов, крутое музыкальное сопровождение, крутые биты. Вот тут вот все расписаны, чуваки, кто делал. Короче, все красавцы, очень круто, очень мрачно, атмосферно. Могу выделить несколько треков, но я сейчас пока что-то как-то не запомнил, когда буду монтировать, наверное, выделю для себя какие-то и, возможно, добавлю. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, какой трек вам больше всего зашел. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Check it out.